Что было, что будет и чем сердце театрала успокоится, в Волковском прошла пресс-конференция, посвященная новому сезону. Вспоминали и успешно прошедшие гастроли, и рассказали, что же ждет ярославского зрителя. Впереди немало премьер, но вот открытие доверили последней постановке Евгения Марчелли «8 любящих женщин». Новую же постановку от Сергея Пускипариса мы увидим только в июне 2020 года, он как раз будет закрывать сезон. А вот первой работой юбилейного сезона станет «Дом сумасшедших» итальянского режиссера Паоло Ланди. Потом это будет Хуго Эриксон, выпускник мастерской Римаса Думеноса. Он возьмет в работу замечательную, мне кажется, очень глубокую пьесу Юджина О'Нила «Долгое путешествие в ночь». Это будет камерная сцена. Потом будет у нас работа Владимира Смирнова по пьесе «Скрипка немножко нервно». Это выпускник мастерской Сергея Васильевича Женовача, это тоже формат камерной сцены. Потом Егор Дружинин, по произведению Шолома Алейхема «Еврейское счастье», нам его немножечко надо, вот этого счастья, поэтому мы попробуем сделать этот веселый, тоже хороший, душевный спектакль. Особое внимание и к 20-му Волковскому фестивалю. В этом году спектакли направлены на личный разговор со зрителем. Интересные зарубежные постановки, наделавшие уже много шума, спектакль от театра имени Чехова «Сережа». А еще «Наш Орфей не придет», где каждый зритель сам становится участником действия и увидит свою историю. С 8 октября всех пришедших за билетами ждет сюрприз. Прямо в фойе будет идти театрализованное действие. А для тех, кто захочет узнать закулисье первого русского, актеры лично будут проводить экскурсии, приоткрывает тайны и развенчивая мифы.